Жара Салферов покинул пост председателя общественного совета Миноборнауки. Есть две версии, объясняющие причину его ухода. Одна опубликована в твиттере министра образования и науки Дмитрия Ливанова и гласит... В связи с грядущими выборами президента РАН Жара Алферов принял решение о выходе из нашего общественного совета. Будем искать нового председателя. Вторая базируется на заявлении Жареса Алферова, опубликованном на сайте Санкт-Петербургского академического университета научно-образовательного центра нанотехнологий РАН. Цитируем. Ознакомившись вчера с заявлением министра образования и науки России Дмитрия Ливанова о Российской академии наук, считаю необходимым заявить следующее. На коллегии Миноборнауки 20 марта 2013 года после доклада Дмитрия Ливанова я в своем выступлении изложил мое видение развития науки и образования в России как нашего общего дела и выдающуюся роль в этом Российской академии наук. Традиции эффективного сотрудничества Российской Академии наук и вузов нашей страны сохраняются столетиями и развиваются Академии наук и все последние годы. К сожалению, господин Ливанов либо не понимает этого, либо что еще хуже, сознательно пытается разорвать науку и образование. В этих условиях я не могу быть председателем общественного совета Министерства образования и науки, которым я стал по предложению Дмитрия Ливанова в прошлом году. И предлагая, он совершенно иначе говорил о роли и значении Российской Академии наук.